и побежал. Это типа, слышишь, ты как это можешь просто вот так его брать, смотри. Типа как волейбол, знаешь, мяч набивает вот так. Оп, оп. Блять, умираю. Это же типа как оружие. Опа, нахуй! Че он ходил в бутылку? Сам меня не слышно. После открытия, когда как они открыты, и ваш не ФД, все идем в главную клетку, а просто вот, а кто нажал на кнопочку, интересно? А сейчас кто нажал? Я нажал, сейчас я его резал. Вот, если захотите клетку, у вас будет 10 секунд, чтобы зайти в клетку. Отчет по шоу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, слышишь? 3, 2, 1. Доброжелатель. Что, я его резнул? Возмести ему хотя бы штукарь, потому что это карается баном. Убийство кнопкой. Ну как бы он сам там стоял, я нажал, он пошел в нее. Что я тебе сделаю? Нет, он стоял, а ты просто нажал. Вот ему дали бан. Слабость ему возместил. Где? Где? А где, блядь? Еще два зэка. Охрана, иди ищи. По факту, Коль, по факту. Вот сейчас, иногда ты говоришь по факту, но редко. Зэки, появляется вам группа под названием Крабок. Объясняю правила. Я называю вам букву, после чего вы должны назвать предмет, который поместится в спичный коробок. Если, по моему мнению, он не помещается в спичный коробок, вы умираете. Значит, группа называется спичный коробок. 1-0. У нами твоя буква П. Ты должен написать слово на букву П. Ну? У тебя есть 5 секунд написать. 5, 4, 3, 2, 1. Дальше, Андрей, твоя буква М. У тебя 10 секунд написать. Я его грабил, убил, потому что он на хуке искал зэков. 10, 9, муха. 8, молодец. 7, 6, 5, у нас лампочка 4, теперь. 3, 2, твоя буква 1. Холокост, давай Х. У тебя также 10 секунд. 10, 9, 8, да, 6, Х. 5, 4, 3, смотри, какого размера. 2, 1. Так что это надо... Хрен это растет. Которое нельзя там поделить и так далее. Вот муху, муха и так поместится. Я знаю, что это овощ, но типа он бывает разных размеров. Типа я могу сейчас подумать по тот, который большой хрен, и ты умрешь. Так что давай лучше другое слово. Хурма тоже не поместится. Да какая хурма ты, смотри? Хурма раз в 15 больше. И, кстати, так как вы не бунтуете, ну, я имею право вас тэпнуть один раз к себе. Да, а это была попытка бунту? Нет, один раз можно резать белый, вчера говорил. Уйди. Давайте, цифра твоя... Ой, цифра, блядь, буква. Хромосома. Чё он весь? Это не предмет, это... Короче, у тебя 10 секунд написать нормальное слово, либо ты умираешь. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Не идешь, так не идешь. Ой. Дорогой, твоя цифра, ой, твоя буква А, у тебя есть также 10 секунд. А что ты пошел? 10, 9, 8, 7, ну ты букву 7, написал, а я тебе А сказал. 6, 5, 4, 3, 2, давай. 1. Ты должен на букву Б поместить слово, предмет какой-то в спичный коробок. У тебя А, тем более, а не Б. Да, у тебя буква А, а не Б. А другой. Арбуз, блядь, ты арбуз поместишь в спичный коробок? Я бы на это посмотрел. Дальше, Коль, твоя буква К, у тебя также 10 секунд написать слово. 10, 9, 8. Айрон. Крышка, 6, крышка. 5, крышка. От 4, чего, смотри? 3, 2. От баночки. Вот от это пива. Я от какой баночки? Пива. От кого?
Откуда? Да, можно. Говори, о чем кто думает просто. Ну что, все? Короче, группа название «Москвичный коробок», это номер два будет бокс, а именно вылечи. Вот. А вы и так вылечитесь, когда я пробую бокс? Нет. Вылечи меня. Не обязан тебя лечить. Да стойте вы на месте. Вылечи меня. Все-таки погнали играть. Раз, два, три. Как же нам запрещают выходить из главной клетки? Кто выйдет из главной клетки, Кирилл? Мужчина, оцените, я маленький. Давай, убивай этого Андрея. Не хочу. Ебать, ты испугался. Еби его, еби. Ну, кроль, ты чё, босс? Давай, еби его. Давай, да не... убивай его. Не будете бороться, убиваю Андрея. Три. Да. Два. Ладно, убиваю рандомного заключенного, вас не будете бороться. У вас есть 3 секунды как раз вот. Между собой. А ну Андрей как раз. Я дерусь с ним, я с ним дрался, я ему удар нанес, а мой. Третьим будет, если ты убьешь, окей. Нет. Вы не боролись после того, как уже выбрался зэк. В смысле? Я его без прыжков до полдака, вот этих вот СГСов ваших компьютеров, вообще из композера выйти и стой на... Может еще из КСки выйти специально, чтоб ты выиграл? А давай, сейчас, подожди. Ага, а вот ты у тебя. Да у тебя моделька из этого... Гаврил, ты шо? Скажи, куча свалила, Иван. Давай командуй же, Максим, ты давно не командовал. Либо сейчас переведу. Окей, сейчас буду командовать. Кола, дай деньги на это, дай деньги срочно. Закрывать. Если ты как-то охраны из клеток, у вас будет... Желовки. А не... Бунт. Ваша задача надо бить 1-0. Ты чё, гений? Меня месяц ёбнут! Ты не убегай, ты стой на месте, всё равно умрёшь. Да вот именно, так что я лучше убегу. Максим, я тебе налево, так как ты не объяснил правила бунта. Я чё, один раз? Ну, ваша задача надо бить. Он сказал, что... Так я прошу бить. На вышке, вышку. Надо нормально объяснить, они и так... Он сказал задача убить нас, в чем проблема. Какая еще задача в бунте? Выебать нас очку, раком поставить и убить. А если ты желаешь, конечно, то все можно. Да не, ждите пока. Где он? На вышке. А на вышке он. Стой, погоди, слышишь, сколько у него хп? Клиент, стой на месте. Патроны, сука! Пойдем, врываемся вместе. А. По одному не идем, раз не идем. Да у меня патроны хорош, закончились говорю. Везде. Холокост, дай денег, срочно. Выбери команду теперь, Андрей. Ой, Андрей. Денег, срочно. Да, а нет, ты по команду нормально, слышишь? Нормально по команду. Вот открытие клеток. Кто-то игру ключевый. Все набрасываем в главную клетку, 1-0. Кого не любит, это килл. Кто не разрушает все, кроме командования, и ты килл. Все главные клетки, 1-0. А тебе Саймон говорил выдать что-то? Спросил, он разрешил. Максим, ты разрешил? Да. Я говорю, главную клетку 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ты что такое? Я забыл. Я разрешаю убить. Так! Саймон, можно умереть, а я смешу? Я ожидал косапчик, молодец. Так, Саймон... Ой, блин, Саймон. Ахан, это тенник ко мне это делает, остальных челов. Что? Когда? Это попытка... Тенник ко мне это остальных челов. Попытка бунта, когда я больше... Я могу вас один раз тэпнуть, только. По факту. Тэпни? А кого он? Саймон, можно умереть лестницу? Да, дорогой, не надо. Блядь, я чё, ебу кого? Кто тут?
Лишний. Ой, не лишний, точнее. Слышишь, Саймон? Так, да, ничего. Саймон, можно умереть треснуться? Главный бит, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Главный бит, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Что было, Саймон, говорил? Саймон, можно умереть треснуться? Что было, говорил? Я, ну, вот это. Причина, я вот тебе вчера говорил, если все на месте были. Я забагался, не могу уходить. Я вверх головой. Тут ты, вверх ногами. Вчера белый... Ты не сможешь мне помочь никак, я могу умереть и треснуться. Давай так сделаем. Давай, я сейчас убью и треснешься. Давай. Блять, он же то же самое сказал. Убивай. Резайся. Я не смогу, зэк в бунте. Да ёпсу, да я где... Это не то, что ты можешь 1-0. Смысл вообще бунтовать, когда у нас бессмертие? Так, слышишь, забери розыск. Ладно, ну так тоже может было. Забери розыск. Забавляй, отрезай. Dark boy. Резай, иди в главную клетку. Забери ФД у Dark boy, потому что он взял после приказа. Давайте помогу найти Даркбоя. Так он тут вообще-то. Так, ладно, я сейчас вот там сыграю в группу названную. Дай мне дропа. Объясняю про правила игры. Играем честно. Без прыжков, без приседаний. 1-0. Ну кто играет дай мне дропа с 4 зэками? Нормально. Ну ладно. А правила объясняю. Это чей? Это чей? Ничего, видишь, на пол валяется. Ну давай так, ты первый раз Гаврил. А я уже бросил, он сзади тебя смотрел. Теперь ты. Без прыжков. Это насильство. Вот это вот, видишь, вот этот вот. Вот этот вот, это мой. Да. Я знаю, а вот эти остальные два очки. Ага. Вот посерединке, которые стоят. Опа, а меня за что? Для пацанов. Я совершенно раунд дам ФД. Так, а где еще один зэк? Где еще один зэк? Я не знаю, куда он делся, я его ищу, его нет. Кто вы достали? Никогда не покажусь, где еще один зэк. Они подкаст? Что делать? Помоги найти зэка. Разрешаю. А, тогда я оружие. И убери бессмертие. Ага. А, сейчас. Говорил я тупого просто. Даркбой, ты как сюда попал? Он задебил. А где он? Что, что ты? А если я его найду, ты его убьешь, да? Ну да. На хуке мне можно летать? Ты даже ничего не писал, чтобы чекать ДС. Разрешаю, ладно. Да? Ну все, давай. Я найдем. А, вот нашего убила его. Опа-на! Все, ты последний вариант, ты такой на 1-0. 1-0. Да нахуй, брат, это ваше! А чё, кроль вышел, бот что ли? И Холокост вышел. Не знаю. Я... Потому что, по сути, по правилам проекта нельзя там находиться. Я спросил, как ты туда попал.
Так я больше ничего не говорил. Я не говорю то, что это за текстуркой. Пересмотри демку. Так я спросил... Как ты туда попал? Ты сказал честным способом, больше ничего не говорил. Можешь пересмотреть демку, я еще раз повторяю. Он просто спросил, типа, как ты туда попал, я предположил, что ты под текстурками, и все. Блять, что там хуйня? Где не могу попасть? Давай я попаду. Попал. А, кстати, говорил, ты не забылся, что у него бессмертие? А, блядь, ебать, пиздец, а я тут долбоёб. Вот, трое дело, блядь. Сука, я мучаюсь, блядь, я уже думаю, что я криворукий долбоёб какой-то. Это по факту как бы, ну я... It's time to choose. А чё просто сменить эту дуэльку-то не хочешь, я не понимаю. А потому что время. Так, знаешь, что он Саймон после бега где-то все идем в ванную линию, а я тут нету, все идем в ванную клетку, потом будем после 100 чё там. Где лучше моё, Лёнь? Итак, ну что посос будет 10 секунд, моё сообщение также кило. Конечно, это всё. Будем ехать, пожалуйста. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Выдай мне ФД, пожалуйста, мне в прошлом раунде фрикинули. Да, кстати, я вам еще ФД. О, хуя, такого летел. Так, Зыки, не сон всех мест, но правда для ФД стандартный, Зыки пытается в игру под названием самую стандартную, великую, величайшую, оригинальную игру под названием Король, объясняю правила игры. На экране появится слово, кто первым написано, называется королем. Вот, да. Да что, бабка! Рецессия. Итак, смотрите. Слово для короля я вам скажу сам. Также вы должны вам писать заглавные буквы и орфографически правильно с двумя точками на конце. Вот. Кто это сделает первым, он становится королем, король бывает добрый либо злой. Злой бывает кидает заключенных, а добрый выбирает подарки либо желания. Если королю понравились подарки либо желания от того или иного человека, вы выживаете. Я сдамся. Ну зачем? Я полный фига просто стоял. Вот, смотрите. 16 секунд. Это слово для короля будет... будет... Гаврил. Я говорил с двумя точками на конце. Гаврил. С двумя точками на конце. Молодец, Гаврил. Оригинально! Сейчас убью. Кто там грабом балуется? Нету, нету. Здравствуйте, Зеки, я ваш новый начальник. Правила ФД стандартные, также дополнение к ФД запрещает открывать вот эту вот большую дверь, ворота точнее, то есть вход в комнату отдыха 3-2-1-0. Вышел. Вышел 10, 9, 8, 7. Короче, я позже зайду. Да, всем удачи. Если я не увижу, либо же не увижу, кто открывает дверь, я два одного рандомного зэка. Ну кто будет находиться рядом с этим, с дверью? Да.
Сейчас я видел то, что это ты был. Хорош. Ну, ты попался рандомным, потому что я не увидел, кто это открыл, и чтобы... Короче, ты понял, я объяснял только, что это. Ну, так, Андрей, вы... Так, Андрей, вы привет, объясняет, что происходит. Чё, к чему тут, и чё, почему? Даркбой, не балуйся. А я увидел, что это ты сделал. Еще и с Савиком кто-то бегает. Опа, опа. Ой, здрасте. Даркплей. Ваши фадали-фадали, кто языков не подает признаки жизни? Вы ФД по причине взял после приказа. Скидывай. Я дал приказ, после чего ты взял ФД. Не подаешь признак жизни. Вот сейчас ты точно взял после приказа. Скидывай мне видео, если ты мне скинешь видео, то окей, я тебе поверю, я тебе отдам все свои деньги, плюс я тебе закину на сайт денег. Рублей сотку. Не подаешь признак жизни. Да. А ты знаешь, кто я? Я знаю, кто ты. Да.